Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. И сегодня я снимаю обзор. Не думала, не гадала, не собиралась, честно скажу, его снимать. Просто хотела, попали мне в руки вот эта пряжа Alize Superwash 100. Комфортные носки называются, девчонки, это что-то. Вот видела я разных производителей, но именно эту первый раз вот я из нее вяжу. Кстати, будет мастер-класс, вот я вяжу в разных размерах, с расчетами на все размеры, и вот коротенькие будут, мужские, женские, с точным расчетом под эту пряжу. И вот решила, в процессе вяжу, решила снять вот свое мнение на эту пряжу. Девчонки, честно скажу, я в восторге, правда. Вот, во-первых, она представлена как бы в разных вариантах, то есть либо однотонная, цвета там такие насочные, не яркие, не броские, значит, и вот в таком вот как бы вариации цветной, с плавным переходом разные цвета, и вот такой вот жаккардик получается, не всегда он получается вот одинаковым, это зависит от количества набранных петель, вот видите, как выкладывается вот такой вот узор, там тоже несколько расцветок, несколько тонов, и получается, девчонки, совершенно гениальный носок. Я правда, я от этого носка просто в восторге. Давайте сначала пройдемся по самим показаниям пряжи. Значит, это 100-граммовый моток, 420 метров. Достаточно тонкая, нежная такая вот ниточка. Ну, естественно, с ворсом, потому что в составе у нас 75% шерсть и 25% полиамид, который дает прочность носку. Девчонки, я пересмотрела, прежде чем снимать вот это видео, я пересмотрела кучу видео и перечитала кучу отзывов. И вот только вот это сподвигло меня как бы порекомендовать вам эту пряжу, потому что отзывы вообще шикарные, все довольны. И что самое важное, что носок получается тонким, действительно очень тонким, если вязать в одну нить. И можно в любую обувь его одеть, и он себя прекрасно, то есть не чувствовать, что вы в вязаном носке, будет тепло и комфортно, вот что очень важно. Еще что мне очень понравилось, получается такое эластичное, пластичное полотно, смотрите. И резинка, которая очень плотная, и я уже одела вот этот носок, и он прекрасно держится на ноге, не сползает, что характерно вязаным носкам. С этой пряжей не сползает. Вот носки у нас будут с укрепленной пяткой и носком, так что это будет у нас видео на все размеры. Казалось бы, простой носок, но я считаю, что он нужен. Вот. Нужен для тех, допустим, на подарки, вот такие бы носки, на подарки, на Новый год, вообще шикарная вещь. Так, что еще хочу вам сказать, что у нас по, значит, стирать их можно в машинке, машинная стирка, вот видите, у нас написано даже на вот этом вот моточке. Далее, что еще начиталось, оказывается, достаточно, видите, здесь нарисовано, можно вязать детские шапки, детские свитера, тоже получается тонкая и теплая вещь, что очень хорошо. Вот этот цвет 152, этот уже, вот он, этикеточка, сейчас я вам скажу, какой это цвет, 26,96. Ну, там я же говорю, я вам сейчас ставлю палитру, посмотрите. Кто из Украины, девчонки, переходим по ссылочке под видео, и вы можете приобрести эту пряжу. И там у них, у девчонок есть некоторые в складе, которые отсылают, ну и любой цвет можно под заказ заказать у поставщика, так что не проблема. Вот, сама ниточка. Давайте вам покажу саму ниточку. Вот она состоит из нескольких волокон. Вот, разделяется. Ну, вязание она не разделяется, потому что скрутка достаточно такая, ну, хорошая, видите? И вязки. Вот что самое интересное, обычная чулочная гладь, вот если вязать свитерок или шапку, гетры очень хорошо вязать. Вот видите, не надо выдумывать никакие жаккарды, тут нитка сама ложится как хочет.
вернее, как она окрашена, и получаются изумительные как бы рисунки. Вот. На шапочке вообще шикарно, шапочки, варежки детские, вот, шарфы. Все девчонки вяжут и довольны, несколько лет носится. Пряжа, ну, немного потом говорят, скатывается, но это свойство шерстяной пряжи, поэтому катышки можно убрать в местах, где трется. То есть это касается носков и шапок, которые прикасаются к курточке, вот там скатывается. Но вообще говорят, носят по 2 года, и ничего ей не случается, потом распускают и перевязывают на носки. То есть, конечно же, она не бюджетная из-за того, что у нее такой состав, но оно того стоит. То есть по итогу вы получаете долгосрочный проект, да, который можно перевязать потом в носки и носить в носки. Это в том случае, если вы вяжете шапку или джемпер. То есть абсолютно все из нее можно вязать. И огромный ее плюс в ее прочности, тонкости и теплоте. То есть она позиционируется как носочная пряжа. Вот видите, гетры получаются цветные. Но при этом уже раньше, кстати, не было. Я видела, смотрела обзоры, и там не было вот шапки с варежками. А теперь уже и сам производитель понял, что можно вязать все из нее, что она как бы изначально была как носочная, то сейчас уже все, девчонки, кто попробовал, те довольны, и все рекомендуют вязать и вещи из нее, потому что действительно хорошая пряжа. Я не думала, не гадала, что снимать обзор. Я хотела снять просто мастер-класс, как бы носки рассчитать на все размеры, чтобы девчонки без проблем могли связать, да. Вязать нужно, конечно же, тонкими спицами, это я не сказала. Вяжу я носки двоечкой, и получается вот такое машинное, гладкое, ровные петельки. Смотрите, без обработки абсолютно ровно ложатся красиво петельки, и получается такое полотно машинной вязки. Все, в принципе, что хотела сказать, я сказала. Единственное, что хотела, по большому счету, выразить свой восторг, потому что я как младенец, который учится ходить и говорить, а я учусь вязать из нормальной пряжи, потому что, живя 20 лет в Европе и не имея возможности, я теперь учусь и восторгаюсь. Вот. Поэтому хотела с вами поделиться своим восторгом. Вот. Вот этой вот пряжи. Все, девчонки, на сегодня все. Украина, переходим по ссылочке. В России обзоров очень много, продавцов очень много, вы без труда ее купите. И я думаю, вы ее знаете, в отличие от меня. Вот. Но кто не знает, то не пожалеете. Вот правда, не пожалеете. Отличная пряжа. И мой восторг. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.